Всем привет! Сегодня маленький лайфхак от меня, как продлить время действия наряда. То есть, да, сколько, ну, как бы временные наряды, которые есть на, там, на одни сутки, на трое, на семь суток. В принципе, вы где-то его достали, наряд очень вам нравится, и вы там не можете его опять где-то найти, к примеру, и хотели бы еще раз использовать, либо продлить время там, да, вместо трех больше. То есть я знаю, как удвоить время. Все делается очень просто. К примеру, берем, смотрите, вот есть Сольстер Ястреб, да, это Слава Лорда, он уже просроченный, трехдневный у меня, к примеру. Дальше мы смотрим вот в обликах, чтобы вы видели, что это все правильно. Как бы вы уже использовали его, три дня прошло, вот он, и просмотр дропа, я его не могу одеть, да, у меня его нет. Потому что тот, который там есть, у меня просроченный и не одетый. Что нужно сделать для того, чтобы еще раз его одеть? То есть вы берете наряд, одежду и просто этот ястреб кормите. При кормежке, типа, ну, проточке, скажем так, он исчезнет. Уровень, как написано, поднят до третьего, оно не поднимет. Но он даст внешность в облике на 3 дня еще дополнительно. Если у вас там 7 дней, то на 7 дней. Если там еще больше, то на больше. Там, к примеру, на день, 3. То есть вы одеваете, носите 3 дня, 1, 3, 7 дней. И по истечению срока, когда он уже просрочен, вы его просто кормите. И еще раз получаете в обликах. Например, вот сейчас мы соединяем. Уровень, как видите, не поднялся. Но в обликах мы открываем, где он, вот ястреб. И я его могу взять вон, на 3 дня. Все, вот у меня он одет. Спокойно. То же самое со следами, которые вот просрочены. Например, опять же таки облик следы. Смотрим, вот следы 150 граля, да, я его не могу, пока не получено. Но опять же таки смотрим, у меня есть вот просроченный и на 7 дней обычный. Тот, который на 7 дней обычный, я в склад закину, чтобы он не мешал. Вот, есть просроченный только, да, у меня, больше никакого другого нет. Мы заходим, сейчас еще раз проверяем облики, следы. Вот, я не могу взять. Смотрим опять таки наряд. Следы, выбираем следы на 7 дней, соединить, уровень не поднимается, и смотрим в обликах этот, эти следы у меня уже появились, я уже с следами, которые просрочены. Просто вы после того, как просрочите, кормите в наряде этот там, наряд, следы и тому подобное, и получаете обратно в обликах. Да, то есть вам, вы не можете одеть, а просто получите облики, те же следы, ту же одежду для использования еще там, на такой же период, на который вы его использовали. То есть просроченные не продавайте за 200 тысяч, там, не выкидывайте, а просто берите и кормите его вот в наряд, да, вот сюда. Крылья нельзя. К сожалению, с крыльями так нельзя сделать, потому что крылья сразу же кормятся для того, чтобы активировать временные крылья. А вот с одеждой, со следами, это можно сделать. Также можно сделать с призрачным оружием, если у вас постоянное. Вот и все, такой легенький лайфхак, как продлить время действия обликов, наряда, следов. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, пока!